Мое почтение. Ебать. Черт. И сейчас мега хуёвый звук, да, какой-нибудь? Здорово, чуваки. Не, наверное, вы тоже заметили, как загибается гитарный YouTube. Тоже, я в этом плане согласен больше с Коучем Джорджем, потому что его основная критика, условно, там, вердиктов и прочее, что... Ну или какой-нибудь клоун сидит с невероятно крутым голосом и высирается по поводу Фред-гитариста, где он обосрался на батле. Персона Фреда, наверное, заслуживает уже премию GQ от Оксимирона, потому что собрать вокруг себя столько интеллектуалов-гитаристов... Ну, все, Питер, попался, придет смотреть. Разве что старые видосы Сыромятникова. Или помните эффектные гитарные батлы? Но сейчас есть Трамбл, где Юдин переигрывает Фреда, или Фред переигрывает Юдина в оправданиях после батла, естественно. Наверное, со мной некоторые согласятся, но реально прикольный батл был с Джорджем. Да-да, с тем чуваком, который начал у тебя выходить в рекомендациях. Кстати, где те самые типы, у которых всегда один тейк? Типа, если ты пишешь металл, то подходи как-нибудь интеллектуально к этому. Без нулей или единиц. Ну нет, чуваки, ваши супер наработки останутся только в ваших важных фантазиях или в ваших демках, не более. Потому что мы все знаем, что истинный металл пишется под бутылку пива или катку в танке. Кстати, о скуфах. Недавно я посетил стрим гитарных историй. Под бутылку пива металл? Из интересного он только показывал свой сейф, что там лежит, попутно затрагивая некоторую повесточку, ну и играл, понятно, на гитаре. Да. Все, больше ни хера интересного. Кто помнит гитарный YouTube из 2К17, там было все намного веселее. Хлеб, гвозди, Моисей Великанов, который пародирует Викенд. Но, к сожалению, эпоха ушла, и вряд ли она возродится. Потому что сейчас гораздо важнее спросить у Фреда на стриме, как правильно познакомиться с... Насколько... Название и описание нерелевантно, во-первых, то есть вообще, как это выйдет хоть кому-то в рекомендации, это вообще, в принципе, этот видос. Я больше вот чему удивляюсь. И сам видос тоже, он вообще хуй пойми о чем, типа. Надо было хоть как-то, типа... В целом-то да, ну ушла, базару на Оле ушла. С Тяночкой. Да-да, теперь твой самый любимый трек на Дваче у твоего самого любимого гитарного стримера. В целом, соглашусь, да. Как-то, блядь, не до эпохи уже. Хорошее было время, когда реально, типа, вот самый важный срач в мире был между Антоном Опариным, там, я не знаю, и Фред-гитаристом. Охуенное было время, никто не спорит, ребятки. А потом то, сё, вот, как-то, видите, блядь, не до этого. Как же так получилось-то, блядь, непонятно.